Российский офис марки «Шкода» отчитался об итогах продаж. Уверенная тенденция роста продолжилась и в прошлом году. Чешский бренд передал своим клиентам более 88 тысяч автомобилей, нарастив объем почти на 9%. Мы считаем прошлый год сложным, но успешным. И, скорее всего, это есть тот год, который показал реальность, в которой мы находимся. Значит, мы ожидаем, что в 2020 году все будет очень похоже. Мы ожидаем, что не станет легче, но тоже не ожидаем какое-то огромное падение, огромные подводные камни. Безусловным драйвером роста стал семейный кроссовер Кодиак, который сыграл существенную роль в достижении высоких результатов продаж. Самым высоким спросом на протяжении года пользовался лифтбэк Rapid. Тираж этой модели составил более 35 тысяч экземпляров. А сердцем чешской марки продолжает оставаться Octavia. Это семейство, несмотря на скорую смену поколений, сумело заметно нарастить армию поклонников. Суперб не претендует на массовость, однако уверенно удерживает свою аудиторию. Кстати, в прошлом году флагман чешского бренда был модернизирован. В наступившем году расклад наверняка изменится, ведь на российский рынок выходит кроссовер Karoq, который обязательно изменит структуру продаж. Мы начали производить новый Karoq в конце прошлого года. Теперь через месяц его приведем на рынок, уже появится у наших дилеров. Значит, у нас достаточно такой оптимистичный взгляд на начало 2020 года, и мы верим, что он будет тоже успешным. Кроме того, во второй половине 2020-го в салонах российских дилеров появится новая Octavia, а чуть раньше и новый Rapid.